Привет, мои дорогие, с вами Татьяна. Наконец-то мы добрались до Флоренции. Флоренция находится в долине на очень ровной поверхности, но вокруг ее горы. Вот такой это маленький аэропортик. Такие тут интересные инсталляции. Такой маленький аэропорт. Такая здесь инсталляция. И вот он аэропорт. И вот она я в зеркале, одела свитер синий, выбирала между белым и синим, но мне показалось, что так будет лучше. Вот такая вот жизнь возле аэропорта. Здесь какая-то железная инсталляция. Видите, там флаг Италии, флаг Флоренции, флаг Евросоюза. Это мы все знаем. Когда вы ходите из аэропорта, поворачивайте налево, здесь такси можно поймать. Здесь можно взять такси, а мы вот пойдем туда. Это автобусная остановка. Вот так выглядит аэропорт. Вид на горы. Сейчас мы ждем автобуса. Он стоит где-то 15 евро на двоих. И мы доедем до центра. Спокойненько, с кондиционером. Так что, девочки, не тратьтесь на такси, а идите на автобус. Вот расписание. А вот цены. Ну вот, друзья, начинается наше путешествие по Италии. Будьте со мной, будут видео из музеев, из магазинов, виды улиц, прекрасные кафешечки атмосферные Италии. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь, вам не трудно, мне приятно. С вами Татьяна, пока-пока.